Всем привет! С вами Алена Погодина и вы на канале Дон Балон. В этом выпуске мы с вами посмотрим обзор новых шаров 512, а именно поступили в продажу, в линейку. Буквально уже вот-вот на полках магазина они доступны, их можно заказать. Шары 512 в размере 5 дюймов, 10 дюймов и 36 дюймов. В этом обзоре мы посмотрим на все эти шары и в том числе посмотрим на шары металлик, потому что появились еще и они, а это замечательно, значит, у нас появилось еще больше возможностей создавать свои шедевры с помощью этих шаров. Как всегда, мой тест будет максимально нейтральным, потому что у меня нет задачи сказать вам «берите», у меня есть задача сказать вам, что реально из себя представляют эти воздушные шары. И начнем мы с шаров 5 дюймов. Первое, что я хочу отметить, цветовая палитра и линейка этих шаров просто огромная. Посмотрите, какое количество цветов, мне кажется, практически все то же самое, что было в шарах 12 дюймов. Сейчас мы на всякий случай посчитаем и убедимся в этом. Итак, шары пастель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Обалдеть. Это пастель. Также у нас есть шары металлик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветов. И это у нас идут белые, белый металлик. Сейчас скажу, как точно называется. Розовое золото, персик, бургундия, navy blue, темно-синий и серебро с золотом. Прекрасно. Также представлены шары 512 ассорти. Здесь 10 цветов. То есть не все 30, а 10 прозрачные. А, это получается прозрачный тоже 32 как минимум. И все оттенки макарунс тоже в ассорти. Вау! Я могу сказать, что это прекрасно. Если этот ассортимент будет регулярно поддерживаться, и все шары, все цвета будут в наличии, то много чего можно сделать. Ура! Итак, давайте начнем обзор с шаров металлик. Их всего немножко, они представлены в ограниченных оттенках. Что важно знать о 5-дюймовых шарах? Во-первых, они должны неплохо раздуваться обычным компрессором, потому что если обычный компрессор их не будет брать, это создаст сложности у некоторых оформителей. Во-вторых, у них должны быть достаточно мягкие и длинные хвостики для того, чтобы их было удобно завязывать. В-третьих, чтобы их можно было раздувать от самого маленького до побольше размера для того, чтобы создавать классные разнокалиберные штуковины с ними, то есть участвовать в органике. И, конечно же, для того, чтобы делать коробки с сюрпризами, а также небольшие композиции, мы обязательно надуем эти шары гелием. О технологии надува и как они будут летать, мы тоже поговорим с вами подробно. Поехали! Давайте раздуем шары металлик и посмотрим, как хорошо они раздуваются. Сразу хочу сказать, что 5-дюймовые шары, да и вообще, в принципе, все шары, нужно раздувать определенным образом. Я специально взяла именно компрессор, не насос, потому что насосом любую пятерочку раздуть вообще проблемы нет. Если мы оденем кончик шарика на самый кончик компрессора и начнем раздувать, давай, то он будет надуваться в форме груши, что практически неизбежно. Понятное дело, что мы хотим добиться максимального размера, естественно, мы будем надувать его в итоге меньше, да, то есть мы это все понимаем, но тем не менее ножка надувается неизбежно, а вот это место надувается или раздувается недостаточно сильно. Чтобы раздуть более сильно именно вот это место, сейчас я возьму еще один такой шар, чтобы у нас, так сказать, был правильный эксперимент, и покажу вам разницу, если раздуваем от самого хвостика и если мы будем раздувать тот же шар, только углубив носик компрессора. Во. Все, мне кажется, они практически одинаковые по своей жирности. В металлике не вижу сильно большой разницы. Давайте попробуем сделать то же самое с пастелью.
раз у нас с вами обзор, раз мы с вами учимся. Так, любые два одинаковых цвета, например, сиреневый. Итак, один надуваем на носик, на хвостик. Во. А вот здесь уже видно разницу существенную. То есть, собственно, о чем я говорила. Наша с вами задача, понятное дело, что мы в оформлениях так не делаем. Но перед тем, как раздувать пятерочки гелия, мы всегда их надувать, да, мы всегда их раздуваем на компрессоре. И если мы раздуваем шар и надуваем его с ногой, то он недостаточно сильно раздувает сам шар, при этом надувается нога. Да, то есть видим. Но если мы углубим шарик и надувать будем само тело шара, то тело шара становится более мягкое, а хвост не надувается. И такой шарик при надутии гелием, он будет и покруглее, и покрупнее, и посимпатичнее. Это такой момент чисто обучающий. Но мы же все-таки здесь обучаемся. Но теперь давайте все-таки оценим, каковы эти шары сами по себе. Значит, я вытащила 10 разных цветов из комплекта ассорти. Я также хотела посмотреть на все металлики. По поводу металлика, что я могу сказать? Стандартный классический цвет металлик. Пожалуйста, не путайте его с хромом. Это не хром. Потому что хром, он имеет такой стальной блеск. Здесь металлические вкрапления. О, один больше, другой меньше. Но при этом посмотрите, какой красивый, аккуратный, хороший, стандартный, классический. Я могу отметить, что шары металлик чуть более тугие. Это норма. Это, в принципе, нормально. У всех производителей это так. Также могу отметить, что они более хрупкие. Они чаще лопаются, если их передувать. Это тоже нормально, потому что шар с металлическими крупицами в красителе, он более, не знаю, как это сказать, не хрупкий, наверное, в общем, не такой тянущийся. Потому что шар пастель, или тем более кристалл, он позволяет поиздеваться над ним побольше, чем металлик. Он более нежный. О, белый, кстати, очень мягкий. Прям белый супер. Все остальные нормальные. Классика. Navy Blue, темно-синий. Очень интересно, кстати. Вау, какой он красивый, божечки. Я не уверена, что есть такой цвет в пастели, но он прекрасен. О, какой он классный. Так, персик, розовое золото нам нужно. Да, это же персик? Да, это розовое золото. Отлично. Ну, такой, да, обычный классический металлик. Так, и бургундия. Отлично. Смотрите, что у нас с вами получилось. Бургундия, персик, розовое золото. Какие красивые. Белый металлик и серебряный. Обратите внимание, да, что серебряный очень нежный. Белый такой тоже аккуратненький. Серебряный просто кажется более таким грязноватым, сероватым. Да? Классическое желтое золото и шикарный Navy Blue. Мне кажется, он мне больше всего понравился. Вот они, цвета металлик. По ощущениям, обычный классический металлик. По раздуву компрессором, как вы видите, мой компрессор справляется с ними, но делает он это не за одну секунду. То есть ему приходится потрудиться. Это норма. Потому что если бы он делал это прям совсем с первого раза, то это, наверное, было бы удивительно. Итак, цветам металлик ставлю плюс. Цвета мне нравятся. Это классические металлические шары, не хромированные, поэтому тут все ясно, понятно. Давайте посмотрим, как ведут себя шарики пастель, понадуваем их гелием, а потом сделаем небольшую маленькую гирляндочку разного размера и посмотрим, как это все выглядит. Ура! Итак, коль мы заговорили с вами про гели, предлагаю все шары раздуть как следует. Такие прям ух, коняшки. Все 10 шаров.
Теперь предлагаю все шары обработать. Есть такой очень интересный факт. Многие пугаются, когда первый раз надувают пятерочки с гелием, что они у них не летают. Связано это чаще всего с несколькими факторами. Ну, один из самых распространенных, в силу страха, что шар лопнет, очень многие его банально не додувают. Но это логично, понятно, ясно, что тут как бы надо уметь чувствовать ту самую грань. Для этого мы, кстати, их раздуваем, чтобы понять, почувствовать. Следующий момент, который менее очевиден, далеко не все понимают, что шарик на маленький шарик, да, 5-дюймовый, на металлической тяжелой ленте априори ведет себя менее уверенно, чем на более легкой ленточке, потому что металлическую ленту нужно поднять. Также далеко не все учитывают длину ленты, потому что одно дело, когда у тебя 12-дюймовый шар поднимает ленту длиною 1,5 метра, а другое дело, когда ты 1,5 метра накидываешь на 5-дюймовый шарик, и он с этим не справляется. Следующий момент, который тоже очень важен, далеко не всегда арт-дизайнеры, особенно начинающие, учитывают, что шарик свежеобработанный, он более тяжелый, потому что обработка не высохшая, там есть влага, она имеет тяжесть, и, соответственно, летает он чуть хуже. Для того, чтобы это дело, так сказать, исправить, точнее, не исправить, а для того, чтобы проследить за этим делом, нужно посмотреть, как летает свеженадутый шарик 5 дюймов, который вот ток-ток надули, и как себя ведет шарик 5 дюймов, который уже просох как минимум 2 часа, влага из него лишняя ушла, и он становится более летучим, я вам гарантирую. Ну и еще из таких менее очевидных моментов, например, более очевидных моментов, которые уже большинство ребят знают. Для улучшения полета 5-дюймового шара можно обрезать им хвостики. Так они летают на несколько дней дольше, прям реально на несколько дней. И это классно продлевает им жизнь. Ну что, давайте попробуем надуть. Кстати, надувать гелием тоже желательно, чтобы сам поток шел в баллон шара, а не в его хвостик. У меня здесь такая насадка, это чисто для того, чтобы мне удобнее снимать было. На любой насадке можно поглубже попробовать одеть или как минимум закрепить, захватить лишний хвостик, чтобы основной поток шел в сам шар. Я лично не люблю передутые, слишком огромные, грушеобразные 5-дюймовые шары с гелием. Выглядит это некрасиво. Поэтому предлагаю вам, смотрите, хорошо летает. Леночка тяжеленькая, он ее все равно поднимает. У меня, кстати, лента металлическая, та самая, которую не все советуют использовать. Точнее, я советую не использовать. Некрасиво выглядит шар, который слишком передут. Я одну ленточку использую на 2 шара, потому что она у меня слишком длинная. Вот так. Вот, теперь это то, что нужно для них. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Для металлической ленты очень даже неплохо. Ребята, летаем дальше. Так. Если вдруг шар все-таки вытянулся, ну, здесь он нормальный. Вы, если что, можете его всегда немножко приплющить, чтобы подкорректировать его форму. Хорошенький. Ой, какой мягенький. Прекрасненький. Идите сюда, друзья мои. Если вдруг я вижу, что я передула шар, как в данном случае, я предпочитаю его подсдуть. Потому что это лучше, чем у него будет испорченная форма. Он все равно будет хорошо летать, он все равно никуда не денется. Он все равно будет прекрасен. Я вам гарантирую, что он будет прекрасен.
Так. Угу. О, этот прям бодренький, передутый. При условии, что здесь еще и самая длинная ленточка. Передула. Ух! Ну что, я могу прийти к прекрасному выводу. Шары 5 дюймов торговой марки 512 летают с гелием. Что многие профессионалы, не дадут мне соврать, случается не с каждым шаром, далеко не все пятерочки летают с гелием. Насколько долго и хорошо они будут летать, нам покажет время. Пока я оставлю их так, с хвостиками, с обработкой, все как есть. У меня, кстати, есть еще одна кучка, которую я надула незадолго до съемки. Она такая более экспериментальная. Здесь менее ровные шарики, более такие все кривовастые. Но я здесь надувала их с меньшим трепетом, чем тут. Но, тем не менее, они тоже прекрасно летают, хорошо себя ведут. Что хорошо, у них достаточно круглая, пухленькая форма. Не сильно вытянутые попки, особенно если правильно их надувать. С обработкой все прекрасно. Летают, обрабатываются. А вот осталось только понять, сколько это по времени. Ну что, давайте сделаем из 5-дюймовых шаров небольшую разнокалиберную гирляндочку и посмотрим, как они раздуваются от малого к большему и как это вообще выглядит. Поехали! Давайте сделаем разнокалиберную гирлянду. Наш выбор пал на красный цвет. Откроем пачку и надуем все шары. Мы будем надувать все для того, чтобы понять. Вообще, наверное, это не очень правильно, что я одну пачку буду дуть, да? Чтобы понять процент брака. Может быть, взять какой-нибудь еще один оттеночек. Ну да ладно, пусть будет красный. Нам важно их все надуть. И нам важно их надуть разных размеров. И покомбинировать между собой. Поехали. Итак, первый момент, который мне попался, не знаю, насколько это можно считать прям браком, шар не лопнул, но на шаре есть такая точечка тонкая, такое место, скажем так, если я его раздую чуть сильнее, скорее всего, он лопнет. Вот, один пока такой, но он не лопнул, поэтому оставим его. Идем дальше. Дальше.
Кстати, хочу отметить, что шары очень мягкие, прикольно завязываются, и у них очень длинные хвосты. Это классно, это круто для моделирования, для работы с фигурами. Значит, можно использовать их потенциал по-разному. Итак, я завязывала двойки, но у меня остался один шар. Либо их 99, либо их 101, либо я где-то один потеряла. Сейчас будем выяснять. Отложим его пока и начнем связывать гирлянду. Обратите внимание, что мне удалось надуть шары абсолютно разных размеров. Это на самом деле очень круто. Посмотрите, какой большой разброс по размерному ряду. Пожалуйста, вот, смотрите. Хоп-хоп-хоп. А это все пятерочки. Это очень хороший признак. Это значит, что из них можно классный органик делать. Берем на заметку. Отлично. Я буду плести нашу демочку. При этом плести буду двоечками. То есть беру шидемочку. Она такая длинная, тянущаяся. И начинаем двоечку к двоечке сплетать. Наша задача получить органик. Поэтому я беру абсолютно хаотично размеры. Кстати, их надо бы считать. Вот, блин. Добавляю вторую шидемку. Не могу найти второй красный шарик. Могу предположить только то, что он мог вот отсюда выпасть. Из пачки ассорти. Или здесь уже быть. Окей. Представляю вашему вниманию потрясающую, великолепную, необыкновенную и очень красивую разнокалиберную гирлянду, созданную из одних пятерочек. Ура! Посмотрите, какая она органичная. Сейчас я завяжу. Она реально классная. Это прям хороший признак. Смотрите, какая. Какая она пушистенькая. И маленькие, и большие. И вот, кстати, оцените размер. Это 100 шаров. Одна пачка. Вот сколько здесь. Если брать с самого низу, натянуть. Ну, с меня ростом, да? Можно еще, конечно, подтянуть, будет чуть выше. 180 сантиметров, я 170. Вот, смотрите, почти 2 метра красоты, созданы из пятерочек. Мне кажется, это достойно восхищения. Надо будет такую фотосессию сделать, да? Красота! Окей. Тестирование на разнокалиберность пройдено. Давайте посмотрим, что же еще важно делать из 5-дюймовых шаров. Тар-та-там. Берем еще раз шарики ассорти. И пробуем делать из них эппл-твисты, ломаные пятерочки, а также отщипы. И тогда посмотрим, на что они способны. Продолжим наше тестирование с Apple твистов. Наша задача сделать Apple. Раздуваем шар. И буквально один качок, для пятерочки этого достаточно.
теперь, только единственное, я могу его порвать. У меня большие когти. Надеюсь, что у меня этого не произойдет. Оп. О, получилось. Неплохо, неплохо. Он даже пережил мои ногти. Так. О, прекрасное яблочко. Шар-присоска. Тын-тын-тын-тын-тын. Дальше наша задача попробовать сделать полпятерки. Полпятерки делаются пол качка и пополам. Раз. А теперь смотрите, для того, чтобы она не раскручивалась, можно применить два секретика. Я его крутила на себя. Вы можете хвостик либо от себя попробовать покрутить, и он никуда не денется, не размотается. У меня такая вся кривовастая. Либо второй вариант, вы можете использовать метод восьмерочка. Но это для того, чтобы не задумываться, в какую сторону. Одному, кому как удобно. Да, то есть вы что делаете? Вы ломаете пятерочку, да? Восьмерочка – это когда вы делаете вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В одну, другую сторону. Сейчас покажу еще более наглядно. Пол качка. Перекрутили. Теперь вот так. Раз. Мне удобнее так. Кому-то удобнее наоборот. Роль никакой не играет. Самое главное, они получаются. Мы тестируем шары. Вот. Все, отлично. Предлагаю попробовать всех разных цветов. Потому что жесткость цветов разная. И ведут они себя тоже по-разному. Отлично, отлично, отлично. Какой еще? Давайте еще оранжевенький. Оранжевенький. Хватит. И... Та-дам! Готово! Ура! Красота, да и только. Пол пятерки получаются, Apple Twist получаются, разнокалиберка получилась, гелием надули, цвета классные, на брак проверили. У меня один шарик был с маленькой дырочкой, и то она не лопнула. Ну, такая псевдодырочка. И давайте попробуем сделать чипы. Если уж и они получаются, так вообще красота. Та-дам! Так, сначала на сильно надутом шаре отщип сбоку. Плохо так. Смотрите, какая красота. Давайте сюда крутим. Вот так. Ну, неплохо получилось. Работает. Ура. Теперь давайте попробуем... отщип еще и пополам. Угу. Немножко раздуем шар. Буквально два качка. Надуваем. Завязываем так, чтобы хвостик остался целый. Чтобы вот сюда воздух ушел. Потому что нам понадобится вот эта часть шара. Которую мы еще и сломаем пополам. Работает. Прекрасно. У меня был небольшой страх. Но получилось с первого раза. Причем великолепно. При условии, что шар надут был сильно. Итого. Делаем вывод. Apple твисты получаются. Пол пятерки получаются. Отщипы получаются. Одинарные, двойные. Все работает. Это значит, что неплохой шар для того, чтобы попробовать сделать с ними какой-нибудь шедевр. Ребят. Выпуск получился, я считаю, что очень насыщенный, интересный. Мы реально буквально препарировали и рассмотрели шары 5 дюймов с разных сторон. Если вдруг у вас возникнут идеи, что еще можно сделать из пятерок, десяток, двенашек, 36-х
шаров 512, что я еще не делала. Пишите свои идеи в комментариях. Но напоминаю, что на полках магазина доступны для интернет-заказа. Или можно прийти, пощупать, потрогать и заказать, купить, взять себе шары 512 в разных размерах. Мало того, что разные размеры, еще и появились шары металлик. А именно у нас есть 5 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов и 36 дюймов. По результатам моего тестирования, абсолютно честно и непредвзято, мне эти шары очень понравились. 5 дюймов прекрасный вариант, 12 дюймов мне тоже понравились, я их тестировала ранее. И я вам говорю, ребята, присылайте в комментариях свои идеи, что еще можно сделать из этих шаров. С огромным удовольствием посмотрим, попробуем, протестируем, пощупаем и сделаем в следующих выпусках. Ну а на этом я с вами прощаюсь. И в следующих уроках смотрите обязательно продолжение тест-обзоров, которые мы делали ранее с летающими шарами, а также с шарами с гирляндой, чтобы посмотреть, что с ними стало. И в других выпусках обязательно сделаем обзор шаров 36 дюймов, обзор шаров 10 дюймов и посмотрим на цвета металлика, как же они выглядят во всей своей цветовой палитре. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всего хорошего, пока-пока и до встречи в новых уроках.